Это новый транспорт? Да, у меня велосипеда нет. Ни все? Одного. Все, осталась только доска с двумя колесиками. Так, ладно, я пошла. Набрала подстилок, набрала еды. В общем, ездили, капец. 2 часа. Так я и говорю, объехали 2 часа, ездили по этой косе. Туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. Одни эти рыбаки. Короче, людей нет, одни рыбаки, блин. Ну и, а я ж позагорать здесь хочу. Ну, конечно, это не очень приятно, блин, среди рыбаков лежать в купальнике. Приехали опять сюда, где и были в прошлый раз. Сегодня, получается, первый солнечный день. У нас были 2 дня. Ну, позавчера шел дождь целый день. А вчера просто было пасмурно. Ой, что-то я ножу. Сейчас себя поцарапаю. Чем-то я себя там царапаю. Так что идем на наш пляжик. Пляж солнечный. Здесь, по крайней мере, нету рыбаков. Сегодня вообще их просто немерено. Они, блин, на 5 метрах 10 человек. А здесь, видите, людей нет. Вон тут уже такая семья тоже с детками лежит. О, вот мой. Вот моя нычка. Нычка. На берегу моря. Ой, сегодня море вообще шикардос. Сейчас покажу вам. Тряпки брошу. Ой! Чуть не намочила. Скажите, сегодня такое уже. Попробуем туда сейчас. Дай. Дай, дай. Ну, такое бодрящее. Морька. Море, морюшка. Вот песок, кстати, я на веб-камере видела. Что? А, это веб-камера, получается, там. Я сейчас смотрю, разровняли песок. А, нет, вот веб-камера, правильно. Я на веб-камере видела, как разровняли песочек. Пляж выравнивали. Наверное, здесь тоже будут потом выравнивать. Видите, как намыло получается. Что как, если под этим углом смотреть вообще. А так вообще можно здесь лечь. Здесь тоже не дует. Сейчас покажу, как трактор разровнял пляж. Ой, вот это ощущение кайфуша. По ракушнику идти. А я еще думаю, что-то тут разгребли. Видите, видите? Ага, вот он. Разровняли все. Чтоб ровненько было и чистенько. Ну да, чистенько, видите? Тут сразу чистенько. Тут палочки остались. Ладно, пошла я стелиться. Пока не пришли вот эти вот облака. Белогривые лошадки, пока светит вот такое солнышко. Надо успеть загореть пузиком. Это же надо было обгореть и неделю проболеть. Просто реально болело, облажу. Солнце какое-то. Так мы были, сколько мы там были? Ну час, ну два. Точно так же дул ветерок. И мы лежали на солнышке, я даже не чувствовала. Так. Валера там к тренировке все-таки готовится. Я сегодня выходной, мне надоело мне уже бегать, прыгать и скакать. Будем летом загорать. Скоро лето, надо загорать. Вот.
я могу сказать. Мне очень-то жарко. Я себе такое креслице сделала. Фух, хорошо так. Пока никого нет. Подзагорел. Бегать, прыгать, это Малер, спортсмен. Ой, как хорошо. Это кайф. Кайфушина. Ой, Малерка идет. Так что будем загорать. А вы со мной, море, наверное, не видно? А так, видно? Красота. Сейчас позагораем, перекусим. А потом расскажу все, что мы узнали про пляжный сезон в этом году. Ну, в смысле, про открытие. Еще кое-что. Ну, не знаю, полезно это, не полезно. Нет ветра? Здесь нет. Класс. А что тапочки валяются? Ой, это я стелила подстилки. А, да, ветер оттуда. И ты спрятал? Да, я спрятал. Пока мест на данный момент наше любимое место. Так я думаю, хоть бы успеть, пока нету. Так ты не назагоралась? Животом нет. Ты рассказала, что ты мучилась, блин. У меня вот белое пузо. Я сегодня спец. Дней мучаю. Или да. Ты рассказываешь, с кем-то общаешься, да? Да, у меня или вот. Сама, или ты Лизе, Маше с ним? Лизе, Маше всем. Вот, облажу чуть-чуть. Ну, а пузо белое. Белое пуздро. Так что сейчас... Так что ты будешь тренироваться? В смысле ты называешь тренировкой просто бег? Побегу. Вот сейчас тут классно, я вообще... Сейчас я пробегусь туда, вот как раз тут. Смотри, тут. Как прикольное кресло я сделала, боковое. Супер. И все. Сейчас пробегусь, посмотрю обстановку. Я что-то вообще есть не хочу, хоть и рано просто. Хотя думала, когда бутерброды делала, я уже хотела есть. Ну, перебила. А вода есть? Вода есть. Вода есть, блин, ну это вообще, конечно, с таким бобарем, ну в смысле. Нет, интересно. Что? Все закрыто, ничего не работает. Ни кофе попить, ни в туалет сходить. Ни заправок здесь нет. Кстати, на косе нету ни одной заправки. Заметил? Да. Так, спортивные очки. А лягушку, да, и сколько на солнце? Так она лежит. Зачем на солнце? В теньке. 26. Тут у нас она приболевшая. Она. Так ты ей не там намотал. Она на карантине. Прикольно. А, рот замотал. Надо рот ей замотать. Прилетели? Сейчас им семечек дам. Ну да, да. Прилетели. Давай, сейчас я дам. Вот семечки у нас тут. Гуля. Не бойся. Давай, кушай. Молодцы. Давайте, я возьму. Улетели. Вот перепуганы. Ой, там песочек расчищают. Так, у нас обед. Макарошки, лапша такая. Что у нас, суббота? Да. Котлеты я вчера делала. Да, с мясом, а это суббота еще с добавлением и кабачка и морковки. Ну, да, вот такие вот они. Морковочка видно. Это я кабачки так солила. А троица когда? Все. Лаваш, Валер, иди кушать. Троица когда? Не знаю, друг пришел. Друг, тебе дать котлетку? Ну, так куда он денег? Ой. Не бойся. Иди, на, зайка, не бойся. Ну что такое, на. Иди. Будешь? Я положила, вот, иди кушай. Перекушай. Кушай, давай. Кушай, маленький, не бойся. Бери, кушай. Да не тут. Да что, она ж пахнет. Не знаю, пахнет. Найдет? Смотри, не можешь найти.
Нашел. Нашел. Вот, котлетку, да. Молодец. Ну и нам. Да, прикинь, на людей обижают. 23 мая. Как сказал Валера, мы раздеты, все одеты. Не знаю. Все, давай. За стол. Он котлетку кушает. Молодец. Кабачок. Вкусненько. Что-то пошли свежие кабачки, а мне захотелось соленых, малосольных. Ну, я их как огурцы засолила. Валера, релакс записывает. Что, вкусный котлет? Уже не боишься? Смотри, подошел, уже не боится. Да? Что, тебе еще дать котлетку? Конечно, дам. Я обойдусь. А кто тебя еще покормит? На. Молодец. Кушай, кушай, рыбка. Так что, кормите животных. Я так считаю, потому что правильно. Мы обойдемся. Я вам кабачков пою. А их, кроме нас, никто не покормит. Ну, нас тут атакуют уже воробьи. Уже друг не боится. На. На. Уже подносил поближе, видите? Понравились ему мои котлетки. Как котлетки? С макарошками. Наша приболевшая лягушечка. Чего приболевшая? Валера сделал ей марлевую повязку. Карантин. Для чего? Как раз спрашивали, сезон будет. Сезон уже открыт. Мы вчера разговаривали с местными жителями. С 23 числа разрешили уже в отелях принимать отдыхающих. Но запретили кухню. Ну, еда на вынос, в общем. Что там мы еще узнали? Что электрички, да, уже с первого... С 1 мая электрички пустили. Пустят уже электрички и все. Все. Разбинтован. Что это такое? Лайфхак. Море ледяное. Ну как ледяное? 15 градусов мы узнали сегодня. И это... А ну это вообще ледяное. И это чтоб проверить. Некрасиво. Да зайди в воду. Так она холодная. Давай я зайду. О. Вон, тонет. Я поняла, там ямки очень тепло, поэтому люди оденут. Веревочка не та. Валера. Надо леску. Валера. А что она плавает у тебя поверх? Ну, все, вот, ну, набери водички в нее, там же вода набирается. Блин, да, я обойду, встану, потому что ветер. Водичка там набирается в нее, она на дно опускается. Да. Я обутый. Я не знаю, как она набирается. Да, ну, это я обутый, я не зайду. Ну, там вода набирается, подержи чуть-чуть ее. В воде она наберет воды. Все, теперь набрала. О, видишь, сейчас тут. Только она... Ну да, вода набирается туда, и она тонет. Там канавки тепло лежать. Мы нашли, короче, нычку. Забрать. Там так хорошо. Ловим, рыбу ловим на лягушку. Что ты делаешь? Играю, с детский сад. Да тонет же уже. Да ну подожди, тонет. Да утонет он. Так, блин, задолбала. Ноги сводит. Все, ты меня держи, чтобы не уплыла. Капец.
Свет, там же хорошо, тут, конечно, не все одеты. Куда ты ее выгуливает лягушка? Куда ты ее к берегу тянешь? Блин, я в кроссовках, сейчас ноги. Сейчас узнаем. Не, ну я думаю 15. Да, я стану передом к солнцу. Становись как хочешь, там ветер оттуда. Все, я думаю, она уже не туда. Очень холодно, и хочется прилечь. Да, 15. Может, прилечь. 15-16, как и в интернете. Температура воды. Все, дядька? Ты меня попросила подержать или видел, что тебе рассказывают? 15 градусов температура воды в Азовском море 23 числа. Пусть все. А, в смысле, быть первым? Ну. Сфотографировать? Да. Говори, я буду менять. Дай сверху клипишь. Эти, обмываться. На. Фотоаппарат на. Тебя не надо фотографировать? Вот отсюда можешь встать. Слышь? Не, пока не надо. Как не надо? В начале сезона ты не хочешь знать, какой ты? Не загорелый. Ну, сделаешь. Пойдем погреемся. На харчах. Ладно. Фотографируется, тоже на берегу моря. Вижу. Контраст почувствуйте. Привет, лопатюля, хоть кто-то ко мне пришел. Привет. Неужели моя мечта сбылась? Привет, лопатюля. Ты кто? Привет, дай тебе потрогать тоже. Иди к хозяевам, это мальчик. Ты кто вообще? Ты кто? Ты кто? Что за порода-то? Все.